Рад вас всех видеть. Как бы ни было печально, но Windows Phone 8.1 постепенно уходит в прошлое. Microsoft сконцентрировали все свои силы на улучшении Windows 10 Mobile. Выпущенное первое кумулятивное обновление 10.586.29 этому подтверждение. Что же, собственно, нам это дает? Build 10.586 можно считать релизным, потому что он установлен в 950-х люмиях и 550-х. Теперь на основе этой сборки будут гораздо чаще выходить обычные обновления, в которых Microsoft будет исправлять баги и наращивать функционал системы, основываясь на отзывах, оставленных в приложении «Отзывы о системе». Если вы уже обновили свой телефон до Windows 10 Mobile и ни разу не сходили в это приложение, то сейчас самое время это сделать. Тут собрано феноменальное количество отзывов и различных предложений по улучшению мобильной версии Windows 10. Можно проголосовать за уже существующее предложение, либо создать свое собственное. Я рекомендую сначала внимательно ознакомиться с уже существующими предложениями, а уже только потом создавать свое, дабы избежать создания однотипных отзывов. Кумулятивное обновление исправило проблему переключения мобильного интернета в устройствах с двумя сим-картами. Улучшена стабильность и скорость работы браузера Edge. Функция автозаполнения в адресной строке этого браузера была улучшена. Если вы пользуетесь Bluetooth-гарнитурами и на предыдущих сборках связь могла на ровном месте обрываться, то в новом обновлении такого произойти не должно. Также было заявлено об улучшении общей производительности системы. Если вы до сих пор не установили Windows 10 Mobile на свой телефон и мучаете себя вопросом установки нового обновления, то обдумайте тот факт, что абсолютно такая же сборка стоит на 950 Lumia и 550. Собственно, для владельцев этих новых телефонов обновление придет уже совсем скоро. Кстати, оно весит всего 700 МБ и не требует отката, и намного быстрее устанавливается, чем обычные сборки. И да, не забудьте после установки Windows 10 Mobile сменить регион на США. После смены региона в маркете появится гораздо больше приложений. С вами же был Антон. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Всего доброго!